Привет, ребята, как бодрость духа? Вы на канале It's My Life. И у нас сегодня началась зима. Как вы видите на календаре, 1 декабря. И традиционно в это время у нас... Новый год-то он будет, но у нас 1 декабря начинаются продажи елок. Вот, то есть официально начинается зима, начинаются елочные базары. И все такое. Ну, елочные базары начинают готовиться заранее. Вот, а продаваться елки начинают с 1 декабря. Вот, и магазины уже украшенные, готовы, и все готово. И, в общем, мы тоже готовимся к приходу Нового года. Санта должен нам принести вот-вот елочку. А мы приготовились для Санты что? Письма. И что у нас в этих письмах? Письма. Ну, давайте рассказывать по порядку. Давай, Антоша, начинай ты. Как старший? Как это необычно. Короче, дети каждый год пишут письма для Санты. Вернее, письма к Санте с тем, что они хотят получить. И почему они хотят это получить, да? Да. Вот. Ну давай, Антоша, начинай. Dear Santa, how are you doing? I hope you are fine. My name is Anton and I am 11 years old. Also, I'm in 5th grade where you can get green slips. So I'm trying not to get any. And I love my family. And I also love gaming. Do you like gaming? If you do, write me a letter. For this Xmas, if it's possible, I would like a PS4 VR full launch bundle with light move sticks and two games to go with it. Job Simulator, Discovery, two VR games for PlayStation. And there's a Warframe mug I really want. Next year in 2019, I will be very nice, help mom, dad, sister, brother, try not to get green slips. Also, I will do more extra credit. I hope you have a good Christmas. Love, Anton. И что там нарисовано у тебя, расскажи, вот это вот. Вот это Санта. Это Санта, это, собственно, к нему обращаемся, так? Да. А вот это вот что такое веселое с синими палками? А вот это как это Вера выглядит? Это так, как ты будешь выглядеть, когда получишь? Да. Прикольно. Она вот это что, зелененькая? А это из игры. А, это из игры? Ясно. Ну, а давай вкратце расскажи, что ты... пожелал, да. И что ты рассказал, потому что не все знают хорошо английский язык. Хан, тогда пошли его в школу, конечно. Это правда. Там нет английских школ в Беларуси. Саса. Ну, типа, я написала: «Привет, Санта, как у тебя дела? Я потом грейди, мне 11. Я люблю свою семью. Мне нравится еще играть в игры. Еще потом гриди можно получать green slip, и типа я стараюсь не получать. Расскажи, что такое green slip, не все знают. Ну, green slip — это когда, давай скажем, ты забыл свою домашку дома, но ты ее сделал или ты ее не сделал, то тогда ты получаешь $10 fine. И это штраф. Да. Зеленый листочек и штраф $10, да? Школьный. Да, ну понятно, мы уже про это рассказывали. Ага. И что дальше? И... Ты там что-то пообещал, наверное? Нет, я последний пообещал. А, ну давай. На этот Christmas, если можно, я хочу получать PlayStation VR Full Bundle, тот, который приходит с VR, mm-hmm. там палочками, чтобы ты мог руками в игре двигать. Потом там уходит, потом там с ней еще идет две игры, называется VR Миры, там где много разных игр можешь попробовать. Mm-hmm. Там есть гонки,
роботы, что-то еще. Потом какой-то VR-демо. Там mm-hmm. тоже будет очень много демо. И потом я хочу еще две других игры, те, которые называются Job Simulator, там, где ты работаешь как там, где ты работник, и ты симулатор. Да. А где ты? Ну, ты типа... А, в симуляторе. Да. Угу. Работник несколько лет вперед. А, и потом одна игра, та, которая как Майнкрафт. Ну, нельзя сказать, что она как Майнкрафт, потому что она имеет тоже свои вещи. Но они похожи. Она похожа, там тоже надо что-то строить. Строить, выживать. Ну, так и там больше вещей. И заканчивается твое письмо чем? И подожди, и потом я хочу еще и свои... Ты сам-то унесет все, что ты хочешь, или нет? Он не подорвется. И потом последнее, там, как оно называется, Warframe Mug, это такая кружка, и потом там мои любимые игры имя. Логотип. Да. Угу. Я сказал, что я буду хорошим, буду маме, папе, и сестре и братья помогать, буду стараться не почать клинслоты и буду делать больше экстра кредит. Ну, ты отучился полгода и получил сколько гринслипов? Всего один. Всего один? Да. Так что ты молодец. Я думаю, сам-то это должен оценить. Следующее главное действующее лицо. Ну, это, конечно, Катарина. Нет, Саша. Мы зайдем так. Так? Ну, хорошо. Катарина застеснялась. Сашка, рассказывай. Саша... Я не умею читать. А, нет, Саша читать умеет, но писать он еще не умеет. А, блин, а какое же письмо написал? А кто тебе помогал письмо писать, Саша? Мама. Мама, прочитай, пожалуйста, нам. Ну, вкратце расскажи. Или Саша расскажет. А вы давайте я расскажу. Я не умею. А, Саша вот, хочет, точно, Антоша прочитает. Нет, я уже смотрю. А Саша прокомментирует. Dear Santa, how are you? I hope you're doing fine. My name is Sasha. I am 5 years old. I can't write, and my mom helped me. I study in kindergarten. I like school and my friend and my family. I try to be a good boy. I am very good. I very good listening. My teacher, Miss Newell, and she gives me stickers. My friend's name is Dai. She is a diamond. She is a girl. I like to play with her. Dear Santa, if it is possible, present me please iPad, Minecraft, Minecraft coins on Minecraft, and Roblox on the iPad. Thank you, Santa. I promise you that I will be a very good boy, and I will listen to my parents, and I will try to improve my reading skills. Okay, well, Саша, это не... Саша, расскажи нам, что расскажи. Мы, в принципе, поняли, но, так сказать, зрители хотели бы узнать. Но некоторые русские чуваки... Да, чуваки. Саш, кто там нарисован, расскажи, такой веселый. Санта. Это Санта такой веселый, он нарядился так нарядно. Да, а прикольно. Вот это как его, Снегурочка. Где? Здесь. С елкой. Я не знаю. Снегурочка с елкой? Да. Прекрасно. Здесь солнце. Да, а здесь я разрисовал стекло, много цветов, даже чтобы не все не поместились. Да. Ну расскажи, что ты Санте пообещал? И что ты хочешь, чтобы он тебе подарил? Ну не стесняйся, расскажи. Два ячмя. Расскажи, сколько тебе лет? Там у нас ошибка закралась. Да, тебе уже 6 лет.
И давай скажем, что ты читать все-таки умеешь. Ну, да? Не все слова. Но ты печатные слова читаешь, но написать ты можешь еще очень мало слов. И поэтому письмо тебе помогла писать мама, да? Спасибо, да. Мама. Ну, давай просто с тобой не будем вдаваться в подробности. Мы знаем, что ты хорошо учишься. Расскажи нам, что ты заказываешь у Санты? Тихонечко. Планшет. Офигеть, стоп. Скажи, у всех есть планшет, а у меня нету. Короче, у Сашки нету индивидуального гаджета, и поэтому он всегда тырит у мамы. А маме надо заниматься в колледже, да? Или типа. Так, планшет. И что ты хочешь, чтобы там на планшете было? Майнкрафт. Майнкрафт. Стоп, мама, ты говорила, что там денежки будут? Да. И денежки на Майнкрафт. Так. И Робокс. И что ты будешь с этим счастьем совсем делать? Играть. Вместе? С Orange Juice. Нет. Антоном, Катариной. Спасибо. Спасибо. А что ты обещаешь Санте, что ты будешь делать в течение года? Что я буду очень хорошим и... Что еще? Ну что ты можешь пообещать? Что ты будешь делать? Я буду слушать своих родителей. Я буду лучше стараться читать. Да. Молодец. Упаковывай письмо. Я буду стараться быть хорошим и помогать всем. Что? Это хорошо. Это ошибка. Ну давай, Катаринка, теперь твой выход, так сказать, звезда. Прощай. Dear Santa, how are you doing? Подожди минутку, а ты убери, пожалуйста, ручку, а то ты когда читаешь, тогда ручка тебе мешает. Давай, без ручки. Нет, тебя плохо слышно. Письмо в письмо. Ага. Это не папа. Ага. Дети, Саша, Катаринка хочет с Сантой поделиться тоже какими-то. Давай. Dear Santa, how are you doing? I hope you're doing fine. I'm 9 years old and my name is Katarina. I like school very much, and I'm improving in math. I love to go to LA Fitness with my dad. We have a lot of fun there. Also, I love my family. For this Xmas, if it is possible, please gift me a beanbag chair, 2 Robux cards, pink dog, a toy meme, and I'll leave my phone on speed up. Please don't turn it off. Thank you. А что у тебя там закрыто? Dear Santa, I will be a good girl, listen to my parents, try not to get green slips, I didn't get any yet. Merry Xmas, ho ho ho. А расскажи теперь, что нарисовано. Это Санта. Это твой как Санта? Как он кот. Угу. Это Rudolph. Rudolph the Red Nose Reindeer. Расскажи, кто это? Rudolph? Это кто? Я не знаю. Ну, по-английски как он называется? Рудольф. Рудольф – это имя. А кто это? Что за персонаж? Рейндир. Я сейчас расскажу. Рейндир. Я сейчас расскажу. Давай, Саша, давай. Это такой олень. Ну, олень в хорошем смысле слова, да? Наши дети хоть и англоговорящие, но они какие-то слова знают, что если человек олень... то это не совсем значит, что он с Сантой работает. Не всякий олень работает с Сантой. Okay. Ну, Сашка, давай. Я говорю про оленя, в смысле, который олень несут Санта-Клауса. В смысле, да. Про это. Так. Это такой олень, тот, который несут. Что ты делал? Тот, который несет Санту, но он отличается от всех его... его нос красный. Это самый главный олень, да? Да, потому что его нос красный. Понятно. Катарина, а кто Санта, как ты Санту видишь себе? Вот это что за... Я его просто нарисовал как кота. Как котика? Да. Это не персонаж какой-то игры, это просто котик. Котик, ты будешь всех как кота. Ну и хорошо, давай тогда расскажи на человеческом общедоступном языке, что ты хотела, что ты обещала. VR. Давай. VR. Саша, ну, мальчики, ну как? Подсказать, что ты там скажи по-английски?
Ты, наверное, про себя там рассказываешь в начале письма. Ты ему письмо посмотри и расскажи. Мне 9 years old, и мое имя Катарина. Переводим на общедоступный, просто чисто русский. 9 лет и зовут Катарина. Нет, ну что, я хотела это написать. За некоторые человек кидают мое имя Катарина и другие вещи. Ну и что дальше? Мне нравится школа. Очень много. И я остаюсь вот с математикой. Хорошо учиться. Как поешь кому? Математика? Да. Мне нравится идти в LA Fitness, я не знаю, как поешь. Катарина очень любит ходить. LA Fitness – это спортклуб, спортзал, куда мы ходим заниматься плаванием, тренажерами, теннисом. Это где? Что, наверное? Не на что значит. Потерялась в тексте. Ну, ты своими словами. Ты, наверное... Можно мне на Новый год? Вот. На самый Новый год. Beanbag chair? Я не знаю, как это называется. Beanbag? В общем, Катаринка на Новый год заказывает такой большой мешок, на котором можно лежать... И утонуть. И утонуть в нем. Большой, как наш... Диван. Типа, короче, она хочет себе персональное таким модерновое кресло. Подожди, типа, у нас большое. Ну, знаем, Новый год идет, поехали дальше. Папа, ты не каем, будет большой, как диван. Ну, ты хочешь, короче, мешок хочешь, в котором сидеть, лежать, делать чтение, читать книжку, заниматься планшетом, релаксировать. Что еще? Один только подарок? Нет? Давай еще один. Две Roblox cards. Ага. Две Roblox карты. Грубо говоря, ребенок хочет кредитные карточки. Но это не credit cards. Короче. Это не credit cards. Карточки типа, с деньгами. Это что Антон получил на день рождения, те карточки. Саша, ты выпал из кадра. Да, он там. Там говорит номер, и потом ты получаешь там денежки в Roblox. Так красиво глаза растягиваешь. Где ты научилась? Понятно. Так. Короче, потом... деньги для Роблокса нужны. Да. Надо прокачать свой аккаунт. Да. И Саша. Собака как какая ее звали? Не настоящая игрушка. И когда ты. Ну, давай, когда ты. Если ты ее скуешь, она будет делать. Если ты ее сжимаешь. Да. Да. И потом можно сделать так. Мимз. Она делает всякие рожицы и еще и что-то звуки издает, да? Ну и потом ты можешь типа нажать на нее, сделать то видео, потом если положить и сыграть музыку. Это не подарок, но окей. Я сам. Это не подарок, но окей. Хорошо. Я ставлю мой телефон на тяжеловесе, если просто. Пожалуйста, не бегайте. Спасибо. Но, наверное, забуду. Короче, ты хочешь поставить телефон, чтобы увидеть, как Санта приносит подарки, да? Да. Ну, так оставим. Это все? Это не подарок по-южному. А? Не на эту по-южному читать. Ну, расскажи, что ты обещаешь, там, что ты хочешь. Чем ты Санту заверяешь? Я буду хорошей девочкой. Буду слушать моих... Я не знаю. Родителей, наверное. Родителей. Ну, ты можешь сказать маму и папу, если ты забыла слово родители. Маму и папу. Попробую не получать Крислапс. Я еще никакие не получила. Но... Мальчики, ну не мешайте сестричке. Что, что, что там? Какая смелая. Какая что? С Новым годом. Хо-хо-хо. Молодец. Хо-хо-хо. Ну, запечатывай, будем отправлять. Вот такие письма написали дети для Санты. Как мы их отправляем, расскажите. Ложим на ее мачку печенье. Одну морковку кидаем. Для Рудольфа. Одну? Положим где-нибудь в зале. В общем, мы посетили ее. Ставим молочко.
ставим печеньки и морковку для Рудольфа и... Кто это Рудольф? Ну, Рудольф, а не. И кто там? Наверное, помощники Санты приходят, забирают и передают письма. Рассказывайте в комментариях, как заказываете вы подарки. Просто берете письма, выкидываете в мусорку, да и все, закончено все. Ну, Саша, ну зачем ты будешь? Наши все уже. Саша, у тебя есть шутки? Все, всем хорошего рождественского настроения. У нас начинается уже такое, во всех магазинах играет рождественская музыка. Прямо хочется покупать подарки, хочется веселиться и хочется быстрее Нового года. Желаем вам хорошего рождественского месяца. Я тонул в студии. Да, вы были на канале It's My Life, Саша выпал из студии. Bye-bye. Bye-bye.